Здравствуйте, дорогие любители годных ICO. Продолжаем знакомство с проектом FTEC. Это инструменты для трейда революционные. Итак, рассмотрим сервисы, которые нам предлагают. Интеллектуальные торговые модули, адаптивный социальный ассистент, анализатор новостного фона на нейронной сети, анализатор арбитражных окон и арбитражный ассистент, модуль умного закрытия и открытия ордеров на биржах, телеграм-ассистент, криптоакадемия, глобальный анализатор цен, модуль ценового оповещения, модуль управления криптовалютными портфелями, десктопное приложение, мобильное приложение, платформа торговых рекомендаций, интеллектуальная система поведенческого анализа трейдера, ассистент для поиска аномальной динамики объемов. И также вы можете предложить свою идею для создания сервиса на базе FTEC. Я думаю, это очень хорошая сборка, хороший набор сервисов. Сейчас тестирование уже финально идет в, наверное, 4. Тут еще не полное тестирование. Точнее, тестирование одного и запуск уже 2 сервисов идет. И другие тоже не отстают. Модули работают с Bittrex, Poloniex, Yobit и Binance. И предполагается еще довольно большое количество бирж. Итак, преимущества. У нас есть готовые действующие проекты, основанные на алгоритмах для автоматической торговли на криптовалютных биржах. Они дали нам большой и ценный опыт, и поэтому мы перешли к выполнению более амбициозных целей. Экосистема предлагает комплекс из 15 оригинальных решений для увеличения эффективности торговой деятельности, экономии времени, изучения особенностей криптовалютного трейдинга, совершенствования собственных торговых стратегий, уменьшение рисков торговой деятельности, получение свежих тенденций отрасли и закрытое тестирование всех разработанных модулей. Уже сейчас вы можете скачать, насколько я понимаю, приложение в Google Play и App Store. Здесь мы видим, что идет доработка последнее приложение. Партнерами являются вот эти проекты. И далее нам предлагается дорожная карта, которая начинается с 17 июля. Вот такая вот она, немножко анимированная, довольно длинная, до марта 2019 года. Но посмотрим, что же нам предлагают в этом году. К июню будут подключены API новых бирж, создание Telegram-ассистента, адаптивного социального помощника, расширение штата и арбитражный ассистент. К июлю будет выпущено полностью мобильное приложение, сервис поведенческого анализа. В августе модуль управления ордерами на биржах, тестирование взаимодействия с другими модулями и модуль ценового уведомления. Вот. Дальше будет разработка оставшихся модулей. И в 2019 году, в марте, биржа торговых рекомендаций будет сделана. Обновление roadmap стоит ждать в феврале 2019 года, то есть это еще не конец, это не окончательные планы данного проекта и его разработчиков, это лишь временный white paper. Дальше проект не собирается оставаться на месте, он будет развиваться и радовать нас новыми и новыми сервисами. Я думаю, что будет довольно крутой сервис. Тут опять можно подписаться на новостные рассылки, медиа, которая писала о данном проекте. Далее нам доверяют такие крутые
скажем так, ICO трекеры, как ICO Bench, трек ICO 5.0, кстати. Довольно высокие оценки мы видим. Токены. Максимальное количество токенов чуть меньше миллиарда. Все непроданные токены будут сжигаться. Заморозка токенов команды на один год. И стратегии развития проекта в зависимости от результатов. Если не собран soft cap, то возвращаем Ethereum участникам пресейл и развиваем проект самостоятельно и независимо медленными темпами. Soft cap собран, разворачиваем активную рекламную кампанию, расширяем штат, привлекаем больше внимания основному этапу токен сейл. И при собранном hard cap вообще все будет ультра круто. Здесь мы видим две таблицы. Далее мы видим плюсы для держателей токенов. Для чего нам нужен свой utility токен? Для того, чтобы у пользователей была возможность использовать все продукты экосистемы не только путем предварительного пополнения личного счета, но и с помощью токенов TEC. Здесь ссылочка на покупку, команда разработчиков. Почему-то есть видео и нет команды. Далее мы видим ссылки на One Pager, White Paper, рейтинг ревью и презентацию. В следующем видео мы с вами рассмотрим white paper, наверное, данного проекта. А на этом все. Всем удачи, инвестируйте свои деньги правильно.